В Якутске на площади Орджоникидзе проходит фестиваль круговых танцев «Хэджи», посвященный празднику кочевья 2017. Так якутяне встретили Международный день малочисленных народов Севера. Фестиваль «Хэджи» проходит очень интересно. Хороводные танцы звучат на языках, на пяти языках коренных малочисленных народов Севера, которые проживают в республике Саха-Якутия. Это на языках эвенов, эвенков, юкагиров, долган и чукчей. Проходит очень интересно. Возрастная категория тут самая различная очень. И идет как бы преемственность из поколения в поколение. В первую очередь, наверное, вы заметили, что хороводный танец идет в одну сторону только. Это по вращению солнца. У народов севера солнце – это олицетворение тепла, дружбы. И этот хороводный танец – это как обрядовый танец получается. Люди, которые говорят на своих родных языках, они благословляют гостей, людей, друг друга, себя. И очень много пожеланий говорят. Фестиваль по запевал круговых танцев народов севера. У нас тут хэди, эвенская хэди, эвенкийский дэвэйдэ, косигор, юкагирский лоханвули. Ну, это танцы, когда народ празднует, проводит какие-то интересные и важные события, тогда заканчивается всегда круговым танцем. Он сакральный, он поднимает, он дает понять, что люди, которые пришли на праздник или на событие, что они едины, они вместе. Танцующие держатся за руки очень крепко, локоть к локтю. Это для того, чтобы всегда знать, что рядом с тобой друг, который тебя поддержит, который тебе поможет, который встанет с тобой рядом в самые сложные и трудные минуты жизни. Сейчас у нас праздник, и сейчас общая радость. И вот в этом танце сейчас они выражают свои чувства, свое удовлетворение тем, что прошло. И, естественно, о том, что они все едины и будут дальше жить вместе друг с другом очень дружно.